хао вэй коу Дима, что в переводе с китайского значит приятного аппетита. Спасибо, спасибо, да. Я, как восточная женщина, заварила тебе чудесный чай. Чай? Да. Ну, я ж кофе тебя просил налить. Ну, что такое? Что-то недозаваренный, что ли? Недозаваренный? Запах. Дим, ну, хорошо. Запах. Лишь бы у тебя было хорошее настроение, я, как восточная женщина, подниму его тебе танцем. А, да? Ну, ну давай. Давай, да. Давай, поднимаем. Да. Угу. Кто тебя... Двигаться-то так научил, а? В смысле, как двигаться, что, Дим? Что за движение вообще? Что вообще происходит с утра пораньше? Чай какой-то. В смысле, Дим, какие движения? Что не так? Ужасно, ужасно. Ужасно, Оль. Дим, я стараюсь тебе поднять настроение с утра, чтобы у нас эфир был хороший. Ты чтобы ты был в настроении. Плохо стараешься, Оля. Ты я как восточная женщина знаю, как стараться, Дим. Качествами восточной женщины. Нет у тебя их. Дима, где покладистость? Где покорность? О, у меня где хватает. Где послушность, Оля? У меня хватает покорности. Вот знаешь сколько? Очень хватает. Иди танцуй.